жоғары колледжінің ұжымына рахметімізді айтамыз. Және бұл колледж біздің осы Атырау облысындағы ең алдыңғы қатарлы жаңалықтардың барлығын қамти отырып, сол жаңалықтардың көшінен қалмай жүретін мақтаулы оқу орындарымыздың бірі. Сөз кезегін осы колледждің оқытушыларына береміз. World Skills стандарттары бойынша инженерлік графика CAD компетенциясынан қашықтан чемпионатқа дайындау. World Skills қозғалысының мақсаты жұмысшы мамандықтарының мәртебесін арттыру және шеберлік дағдыларын дамыту болып табылатын халықаралық коммерциялық емес қозғалыс. Әлемнің барлық кәсіптік білімінің дамуына тура әсер етеді. Еліміздегі туындаған жағдайға байланысты біздер World Skills чемпионатына дайындығымызды тоқтатқан жоқпыз. Қашықтықтан студенттерді үйде отырып дайындап отырмын. Біздің колледжімізде студенттердің фаблаб шығармашылық лабораториясы барлық жаңа үлгідегі жабдықтармен қамтылған. Солардың бірі алдарыңызға ұсынып отырған 3D принтерлер. Қашықтан студенттер көптеген Cura, Keyslicer, TinderCAD, Craftware, 3D Slash, Blender 3D бағдарламаларының көмегімен 3D модельдерін жасайды. Одан кейін TeamViewer бағдарламасының көмегімен үйде отырып келесі объектідегі, яғни колледждегі FabLab лабораториясында орналасқан 3D принтерлерді басқаруға мүмкіндік алады. TeamViewer бағдарламасы компьютерлерді қашықтан басқаруға арналған бағдарлама. Студенттер қашықтан оқыған кезде 3D принтерлерге модельдердің командасын беріп, жүктейді де керек детальдарын басып шығарады. Осындай бір проекті ол 4-ші курс студенті Мизанов Мейірбектің есік тұтқасына арналған пластикалық ручник. Жобамыздың нәтижесінде алынған пластикалық ручник пандемия кезінде сақтау шараларын күшейту мақсатында колледж есігінің тұтқаларына орнатылған болатын. Әлі де біздің жобаларымыз өте көп, сондықтан болашақта да қашықтан жұмысымызды жалғастыра береміз. Сөз кезегін студентім Мизанов Мейірбекке беремін. Приветствую всех учителей на этой конференции. Получается, меня зовут Мизанов Мейірбек Кирбулатович. Я являюсь студентом 4-го курса Атыраусского политехнического высшего колледжа. И сейчас я собираюсь вам продемонстрировать удаленное управление другими компьютерами с помощью программы TeamViewer. Получается, на самом деле, работа не появляется от того, что мы сразу хотим удаленно управлять, а появляется с того места, где появляется задача. К примеру, у нас изначально была задача создать вот такую вот ручку, которая будет помогать уже открывать двери не с помощью ладони, которая прикасается часто к другим поверхностям, к другим людям, а уже открывать с помощью других частей рук. Получается, самая первая постановка задач — это создать вот такую 3D-модель. И именно для создания 3D-модели мы использовали вот эту браузерную программу, которая называется Tinkercad. По сайту tinkercad.com вы можете зайти, посмотреть сами, зарегистрироваться, войти. Получается, почему мы его выбрали? Потому что она является самой понятной для визуального просмотра. К примеру, чтобы создать здесь 3D-модели, здесь работает функция наложения нескольких блоков. К примеру, есть блок, который полупрозрачный, они у вас называются отверстиями. Если мы соединим их с обычными фигурами и сгруппируем, у нас появляется уже более сложная фигура, и тем самым мы можем создавать различные 3D-модели. Получается, фигура ограниченное количество, а их варианты применения, их взаимосвязи бесконечно. Поэтому здесь уже возможно сделать фактически любую 3D-модель. Вот эту 3D-модель мы, то есть программу 3D-моделирования, мы рассматриваем еще и на курсе, вот в колледже первокурсника мы преподаем робототехнику, которую интересуются, они все приходят. И получается, помимо робототехники, программирования, радиоэлектроники, они изучают и 3D-моделирование именно через эту программу. То есть 3D-модель мы нарисовали. Следующее у нас по очереди уже загрузка вот этой самой 3D-модели в компьютер, который находится в колледже. Далее после компьютера уже в сам 3D-принтер. Получается, мы просто вот эту 3D-модель скачать и запустить в принтер мы не сможем, потому что нам требуется эту 3D-модель вывести в отдельную программу, то есть в отдельные слои, которые потом будет печатать наш 3D-принтер. И для этого мы уже для связи с компьютером в колледже мы использовали программу, которая называется TeamViewer. Давайте рассмотрим, для чего он в целом нужен, где его применение.
TeamViewer еще применяют для того, чтобы производить видеоконференции, как у нас, как презентации, звонки, чат и так далее. То есть это полноценные удаленные разговоры с другими людьми. И помимо этого у него основная задача является удаленный доступ к компьютеру. В нашем случае мы его использовали для удаленного доступа к компьютеру, чтобы разделить нашу 3D-модель на слои с помощью специальной программы и смогли запустить программу 3D-принтера для обработки самой 3D-модели. И включили сам принтер в действие. Получается, здесь уже идет взаимосвязь с программистами нашего колледжа, которые во время коронавируса находились и держали, поддерживали работоспособность серверов, программ, интернета и так далее. Помимо того, что мы включаем 3D-принтер, можно включить любое оборудование, которое имеет взаимосвязь с компьютером. То есть, к примеру, вот этот ЧПУ-станок, который оснащен лазером, который гравирует по дереву и не только по любому материалу, он тоже связан с отдельным ноутбуком. И если мы через TeamViewer подключимся к этому ноутбуку, то мы сможем уже запустить удаленно и ЧПУ-станок для того, чтобы гравировать другие материалы. Помимо этого, в нашем FabLab находится огромное количество оборудования. Как вы можете заметить, 4 3D-принтера, сам ЧПУ-станок, несколько компьютеров, и мы с помощью TeamViewer уже подключились к одному из этих компьютеров. Я для того, чтобы не затягивать время, заранее записал скринкаст, то есть запись на его экрана, как я подключался к этим компьютерам. Получается, при открытии нашей программы у нас вот выходит такое окно, в котором спрашивают, хотим ли мы установить TeamViewer или только запустить, и с какой целью мы его используем. В нашем случае это лично некоммерческое для того, чтобы создать и распечатать вот эту модель. Выбираем нужные кнопки и уже запускаем. После запуска, получается, к нам выходит вот такое окно, в котором нам выдают специальный идентификационный номер и свой пароль. Если мы передадим этот идентификационный номер и пароль другим людям, которые тоже откроют TeamViewer, то они смогут подключиться к нашему компьютеру и уже управлять нашим компьютером удаленно. Следующее. Для того, чтобы подключиться к другому компьютеру, мне надо было ввести ID партнера. То есть я ранее уже подключался, поэтому он у меня остается по умолчанию. После этого, что мы именно хотим, передать файлы или удаленное управление. В моем случае удаленное управление. Нажимаю «Подключиться». И идет загрузка по подключению. Здесь меня требует пароль. Я могу пароль просмотреть с помощью вот изображения, которое мне отправили, и мы вот так наладили контакт с работниками колледжа. Далее у нас идет подключение, и мы попадаем на рабочий стол нашего компьютера, который находится в колледже. Получается, это фактически я нахожусь дома и могу управлять программами, которые в колледже. То есть здесь уже в этой программе мне потребуется задать настройки температуры стола, настройки уровня слоя, температуру, настройки самого сопла, под какой пластик он будет устанавливаться. И вот эта вся часть настроек является именно основной во время работы с 3D-принтером. И в силу того, что эту часть, к примеру, другим людям тяжело настроить правильно, мы можем уже взаимодействовать таким образом, что всю самую сложную часть, которая связана с компьютером, выполняем, находясь дома, а остальную часть уже, к примеру, сотрудники колледжа могут сами выполнить. Получается, мы нажимаем, вот 3D-модель уже загружена, вы можете заметить, что справа снизу есть кнопка «Сохранить на внешний носитель», то есть флешка подключена к компьютеру, и нажимая на «Сохранить на внешний носитель», мы загружаем уже 3D-модель в саму флешку. Далее остается просто вытащить эту флешку, подключить его к самому 3D-принтеру, нажать на нужные кнопки, и принтер уже начнет печатать нашу 3D-модель. Получается, вот с помощью TeamViewer можно удаленно управлять другими компьютерами, и вот это удаленное управление является самой основной, которым используют и в коммерческих целях, к примеру, допустим, рестораны и так далее, они тоже используют TeamViewer, но для того, чтобы вместо того, чтобы ехать по разным точкам, они могут уже, находясь в офисе, вводить технические работы на других компьютерах. Вот с таким вот приложением я вас на этой конференции ознакомил. Если есть вопросы, вы можете задавать. На этом мое выступление заканчивается. Егер сұрақтар болмаса, онда келесі сөз кезегін қашықтан сабақ беруде цифрлық білім ресурсы мен онлайн сервистерді қолдану тақырыбында
Қабдешова Гаухар Асхат қызына жолдаймыз. Сөз кезегі өзіңізде, Гаухар Асхат қызы. Сәлеметсіздерме, оқытушылар, мен Саламат Мұқашев атындағы Атырау политехникалық жоғары колледжінің арнайы пән оқытушысымын. Бүгін сіздермен қашықтықта сабақ беруде цифрлық білім беру ресурстарын және онлайн сервистерді қолдану тиімділігімен, яғни өзімнің іс тәжірибеммен сіздермен бөлісетін боламын. Қазір демонстрация жасаймын. Так, бұл цифрлық білім беру ресурсының, яғни қашықтықтан сабақ өткізу барысында тиімділік, яғни артықшылықтары, ерекшеліктері көп, соларға тоқтала кететін болсам, бұл ресурс жалпы мен өзімнің Турбосайт деген бағдарлама арқылы жасақтаған ресурс болып табылады. Негізгі ерекшелігі, мысалы, сіз бір модуль бойынша өткізілетін барлық сабақтарыңызды осы ресурстың ішіне жинақтайсыз. Мысалы, мен Торп мамандығы бойынша жабдықтар тексеру және сынау модуль бойынша 30 сабағымды осы ресурстың ішіне жүктедім. Яғни барлық дәрістеріңіз, әр дәріске арналған презентациялар, әр презентацияның қасында бейнероликтер, сол сабаққа арналған бейнесабақтар, студенттердің орындайтын тексеру сынақтары, тапсырмалары, үй тапсырмалары және оқулықтардың барлығы осы бір жүйенің ішінде сақталған. Яғни оқытушыға тиімді кез келген тақырыптың барлық қолжетімді түрде орналасқан. Сонымен қатар бұл студенттерге де өте тиімді. Мысалы, кейбір студенттер біз Zoom-мен онлайн сабақ өткізген кезде, кейбір студенттер желіге қосыла алмай қалып жататын жағдайлар болады. Яғни сабаққа қатыса алмай. Сол жағдайда мен бұл цифрлық ресурсты облакаға сақтап, ссылкасын студенттерге, мысалы, Платонусқа жіберіп қоямын алдын ала. Студенттер, яғни онлайн сабаққа қатыса алмай қалып жатқан жағдай болса, дәрісті кез келген өткен тақырыпты осы ресурстың ішінен жүктей алады. Презентациясы, өткізген бейнесабақ, бейнематериалдарының барлығы осының ішіне жүктелген, тапсырмаларды орындап, оқытушымен кері байланыс жүргізе алады. Енді қысқаша мәліметтерді көрсете кетейін. Бұл цифрлық білім беру ресурсының ішіне менің барлық 30 мысалы дәрісім орналастырылған. Әр дәрістің астында бұл дәріске арналған презентация бар, яғни фотосуреттер, схема, диаграммалар барлығы осының ішіне орналастырылған, яғни студенттер үстінен басып, оны өзіне компьютеріне жүктей алады. Сонымен қатар сабаққа байланысты бейнероликтер, сонымен қатар мен өзімнің түсірген бейне сабақтарым да осының ішіне жүктелген, яғни студенттер оны отырып, өз кез келген уақытта үйден отырып қарай алады. Бұның объемы көбірек көлемі, сондықтан алдын ала облакаға сақтап, студенттерге сілтемесін жіберіп отырмын. Мысалы, оған бесінші және де алтыншы решетка, яғни ең шеткі бөлімге орналасқан. Яғни осы сабаққа байланысты бейне сабақ, презентациялар, лекциялар, әр сабақ бойынша, каждый 30 сабақтың ішінде презентация, бейнероликтер орналастырылған. Сонымен қатар тексеру сынақтар орналастырылған, әр бөлім біткен кезде студенттер тексеру сынақтарын тапсырады, оны да үстінен басу арқылы жүктей алады студенттер. Бұны мен Платонус ақпараттық жүйесіне де орнатып отырмын. Студенттер орындалған тапсырманы оқытушыға кері жібереді, оның ішінде журнал бар, сол журналға, яғни бағаланып, студенттермен кері байланыстар жүргізуге болады. Сонымен қатар, сабақты бекіту мақсатында, өткен тақырыптарды қайталау мақсатында, немесе үй тапсырмаларын беру мақсатында көптеген онлайн сервистерді қолданамын. Ол сервистердің ішіне келесі экранға назар аударсаңыздар, Learning Apps онлайн сервисі, Quizizz, Triventy, Quizlet деген онлайн сервистерді қолданамын. Бұлар қашықтықтан оқытқан кезде өте тиімді. Кез келген викторина болсын, жабдықтардың құрылысы болсын, опрос жасағыңыз келсе, барлығын әртүрлі вариантты нұсқада құрастырсаңыз болады. Әрқайсысына қысқаша тоқтала кетсем, мысалы Learning Apps қосымшасында бұл менің барлық топтарға жасаған, өзім жасақтаған тапсырмаларым. Ерекшелігі, әр топқа бөлек класс ашуыңызға болады, әр студентті логин парольмен тіркеп қойсаңыздар болады, әр топқа бөлек-бөлек тапсырмалар салуға болады.
студенттердің тапсырманы орындағанын статистика арқылы тексеріп қадағалап отырсаңыздар болады. Яғни қай студент қаншалықты тапсырманы орындап отырған. Немесе бұны яғни үй тапсырмасы ретінде де жіберуіңізге болады, немесе онлайн сабақтың үстінде де қолдануыңызға болады. Мысалы, менің мынау бір тапсырмам дайындаған, соны QR-код арқылы дайын QR-кодын жіберсеңіздер болады, немесе астында дайын ссылка тұр, сілтеме, осы сілтемені чатқа жіберем, немесе Платонус бағдарламасына үй тапсырмасы ретінде сілтемен салам, студенттер орындап, оқытушыға жіберіп, яғни кері байланыс орнатудамыз. Келесі онлайн сервис бұл Quizzes, бұл да өте тиімді қашықтан оқыту кезінде қолданылатын сервистердің бірі. Бұнда да бірнеше мына тапсырмалар жасақталған. Негізгі Яны, был тапсырманы сіз онлайн лайф. Screen Capture Studio – это программа, которая именно создана для создания вашего видеоурока. Кстати, здесь на экране видите окно самой программы. Здесь у нас идет захват экрана, редактирует видео, запись микрофона и запись веб-камеры. В данный момент нам нужен захват экрана. При нажатии «Захват экрана» экрана у вас появляется вот такой, появляется именно... Здесь в основном, когда вы при записи вашего экрана, у вас появляется экран, где идет полностью захват вашего, область вашего рабочего стола. Именно серединку рабочего стола я взяла. Можно брать полностью рабочий стол, именно с помощью мыши растянуть на весь рабочий стол, или взять просто серединку рабочего стола. Дальше у нас идет именно в рамке этой программы мы записываем то, что находится на рабочем столе. Нажимая кнопку REC записать, идет обратный отчет. После именно здесь в данный момент я могу открыть презентации. Вы видите второе окошко. Именно в программе Movavi Screen Capture Studio. Это второе окошко, где вы уже записали свое видео. Если посмотреть внимательно, то можно сказать, я сейчас включу отчет. После именно здесь, в данный момент, я могу открыть... Вы слышите мой закадровый голос. Вы можете вот это именно видео, которое вы записали на рабочем столе, можете его сохранить. При нажатии кнопки «Сохранить» вы можете сохранить его в видео в формате MP4 или в формате аудио. Здесь у нас есть разные форматы, но в данный момент я его не буду сохранять, потому что мне нужно его редактировать, убрать лишние кадры. Поэтому я захожу «Открыть в редактор». Здесь именно то, что вы записали с вашего экрана на рабочем столе, в таком формате оно будет у вас воспроизводиться. И что я хотела бы сказать, именно вот этот бегунок, который бежит по дорожке, да, здесь у нас время указано, за сколько минут вы записали свой видеоурок. Если, например, вам не понравилась вот эта часть или там нужно что-то обрезать, вы подносите вот этот бегунок, выделяете именно эту область мышкой, нажимаете именно обрезка ножницы и удаляете вот эту часть, лишнюю часть, которую это вам не нужно. После этого вы... Здесь у нас расположен также импорт, можно добавить некоторые файлы, давайте я добавлю один видеоурок, здесь уже у нас добавляется другой формат, имеется в виду тот же формат MP4, но другой видеоурок. И в таком варианте находятся такие инструменты, как фильтры. Фильтры предназначены именно у нас... Мы подставляем фильтры именно на видео. Давайте возьмем дрожание камеры. Здесь у нас разные виды. Дрожание камеры у нас получится вот в таком формате. Я беру мышку, с помощью мыши перетаскиваю на видеоформат, именно где у нас находится видео.
И в таком варианте у нас идет уже дрожание вашей камеры. Также можно добавить несколько, там, например, можно добавить размытие. Вот в таком варианте у вас получится. Можно добавить вот такие самолетики. Давайте я добавлю сюда самолетики, именно в эту сторону, именно где у нас находится видеодорожка. Именно в таком варианте у вас здесь выходит вот такое видео. Также у нас идут специальные переходы, тоже добавляется именно, где у нас находится видео в дорожке. Здесь у нас разные, если посмотреть, то можно выбрать одно из них. Давайте я тогда возьму зигзаг, добавлю с этой стороны, и вы можете посмотреть, вот в таком варианте у нас оно выйдет. Именно, видите, вот в таком варианте у нас будут переходы. Дальше мы идем, переходим на титры. Титры, здесь у нас выставляются тексты. Здесь у нас разные, разные виды текстов, титры. Давайте возьмем минимализация линии, добавляем именно на верхнюю часть, это верхняя часть, первая дорожка, где у нас находится текст. Здесь вы можете с помощью мыши при двойном щелчке изменить название. У нас на английском языке же, поэтому я напишу слово «информатика». «Информатика». И здесь у нас вот в таком варианте у нас получится «информатика». Растягиваю, включаю видео. Отчет. В таком формате у вас получится ваше видео. Здесь. Также можно добавить стикеры. Стикеры, здесь у нас разные варианты. В конце можете добавить, например, солнышко. Именно где находится у нас текст. Где находится у нас текст? Вы можете с помощью мыши поставить или в начало, или в конец. Вписываю. Вот в таком все варианте у нас получится наше видео. Каждую страничку и останавливаю свое видео. Вот то, что я хотела вам объяснить, то, что не стоит забывать, что в состав именно Screen Captia Studio входит именно полноценный видеоредактор, который умеет редактировать захваченное вами видео, ваш видеоурок, также и полученный извне. Также можно добавлять туда разные видеоформаты. Также редактор позволяет именно выполнять основные операции, такие как обрезка, то, что мы показывали, я только что вам показывала, да, поворот, видео, также применяя фильтры, тексты, титры и стикеры. Я в конце хотела бы сказать то, что именно эта программа в целом очень отличный инструмент для создания собственных видеоуроков и инструкций. Если есть какие-то вопросы, то можете мне задать. Также можно здесь убрать звук, убрать здесь, внизу у нас аудио находится. Если вы не хотите добавить другой формат, имеется в виду другой аудиозаписи, и внизу убирайте нижнюю часть аудиофайла. В таком формате у нас получится наш видеоурок. Если нет никаких вопросов, спасибо за внимание. Шарамыз да соңына жақындап қалды. Уақытымызда аяқталып қалды. Енді сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз, тілектеріңіз, ойларыңыз болса, сіздерден сөз кезегі өздеріңізде. Сөз кезегі өздеріңізде. Ұсыныстарыңыз, пікірлеріңіз болса. Гүлвира Орынтайына саламатсыз ба? Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Сізден бір... Қайырлы күн, әріптестер. Мен ертерек мен неге кіре алмадым. Бізден де жұмыс көп қой. Мен презентацияларды ешқайсын көре алмадым. Қазір ғана қосылып жатырмын. Енді менің айтайын дегенім, егер де біз енді бұл қашықтан оқытуды арғырайда жалғастыратын болсақ,
мен ондай да мәселе туындап жатса, біздің барлық педагогтарымыз дайын ба, дайын емес па деген сұраққа жауап беруіміз керекпіз. Білім сапасын, оқу процесіндегі білім сапасын біздің педагогтар қамтамасыз етеді. Сондықтан да менің жаңағы барлық облыстық қалалық оқу әдістемелік кабинеттеріне айтып жатырмын. Енді барлық оқу орындары цифрлық платформаны мен жұмыс жасап жатыр, бәрі цифрлық платформаға қосылған. Енді кезекте біз сол біздің педагогтарымыздың IT компетенциясын бойынша біліктілігін арттырумен айналысуымыз керекпіз.